have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и сегодня мы продолжаем пытаться продвинуться по арене в экзамене. Продолжаем пытаться. Круто, да, да. Набор слов прямо для начала серии. Хорошо, продавец. Искать... Так, нет, ранги. Вот, вот здесь нужно на кандидата выставить. Да. То есть теперь он мне будет, по идее, выдавать только на кандидата? Или это как-то не так работает? А, стой, мне нужно, чтобы обновился ассортимент. Для того, чтобы обновился ассортимент, мне нужно пойти в бой. Да, да, хорошо, хорошо, все. Я более-менее понял, как это делается. Надеюсь, наверное. Я помню, да, нам нужно приодеть чуваков, поэтому... Давай, чувак, сходим в кулачный бой. Немножечко проветримся, отдохнем. Блин. Блин, у меня чувак прокачался. Да вмажь ему в затылок. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Я сейчас продую. А я могу. Барная потасовка. На тебе! Это было рисково. Это было рисково. Хорошо. Минуточку, а когда я успел получить в кулачном бою можно получить красный урон? Не. Это, наверное, у меня просто чувак был с красным. Хотя вроде он был не с красным. Ладно. Пофиг. Итак. Броня и одежда. Но он не... Но это же явно... Хорошо, может быть это здесь выставляется, погодите. О, у меня, да, чуваки подошли, это, давайте уровень вкачаем. Так, далее. Я на самом деле с этой шапкой в прошлой серии настолько сильно затупил, она же на новичка. На новичка, а у меня ни одного новичка нету. Вот, они... Так, ты же у нас кандидат. Что там по навыкам? Да, есть навык. Щиты. Я не знаю, еще не уверен пока что, что я буду со щитами ходить. Посмотрим, что у нас по боевым навыкам здесь. Наложен замах, быстрая атака. Быстрая... Ну-ка, а здесь что у нас предлагают? Двигайтесь. Ну, доспех. У нас, в принципе, брони-то ни у кого нет. Но это на будущее надо качать. Пробел... Слабое место в броне. Давайте вот это сделаем. Так, далее. У тебя ничего не могу качнуть. У тебя можно. То же самое у тебя сейчас поставим. Хорошо. Вот ты у нас торговец, да? А здесь я не могу ему ничего выставить. Получается. Блин, кстати, чувак, у тебя сапоги хорошие. Ну, я не хочу с торговца что-то снимать прям. Не знаю, мне это кажется неправильным. Минуточку, минуточку, минуточку. У нас все кандидаты, так? Так, поэтому. Ты у нас, да, ты у нас главный чувак, тебе это не надо. Далее. Ты у нас кандидат. Ты тоже. Ты тоже. Ты торговец. И ты тоже кандидат. Я немножечко не понимаю этой фишки, почему мне нужно это выставлять вручную, хотя вот статус меняется здесь. И как это теперь будет влиять? То есть то, что статус меняется здесь, и то, что я выставляю вручную. Немножечко это, да блин. Почему вот эта менюшка эскейпом не закрывается? Я уже сколько раз об это обжигался. Так, ты торговец. Значит, а у тебя вообще выставить ничего нельзя. У тебя есть тупо просто выбор. Это на знатока. Это на... Вот, есть шмотка на кандидата. Подбитое пальто. Кстати, неплохо. Неплохо. Хочу ли я его купить? За 3 серебряных. Да, в принципе, наверное, можно. Ты у нас кто? Ты у нас дублет.
дублетом лет. Так, есть подшлемник. Подшлемник на новичка. Кстати. Кстати, очень даже симпатичный подшлемничек-то. Смотрите, блин, от дробящих не очень спасает, но в принципе... Очень даже очень. Я бы его купил. И купил бы, наверное... Так, это на знатока, это нам не подходит. На новичка. Гамбизон хороший на новичка. Блин, за один золотой, правда. О-о-о. Так, а ты у нас стоишь... Ну, тут один, один, половинка. А тут прям два, полтора. На дробящий все равно половинка. Хотя от колющего хорошо защищает и от режущего неплохо. Хочу ли я столько бабла отдавать... Тут мне прибавляет лишнюю половинку к режущему, колющему. Потому что тут режущий... А нет, колющему целую добавляет, да? Нет, стоп, это новичок. Я сейчас опять сделал ту же самую ошибку. Это новичок. На новичка нельзя брать. Нужно брать... Ну вот, я делаю опять то же самое. Это новичок. На новичка нельзя брать. Нужно брать на неумеху или кандидата. Почему-то у меня, я не знаю, почему у меня в мозгах заклинило, что новичок это самая первая стадия, и оно мне иногда путается. Хотя самая первая это неумеха, только потом кандидат. Давайте я вот это вот возьму. Собственно, потому и цена-то такая, один золотой, потому что, блин, дорого, богато. Давайте вот это возьму. Это на кого? Это на знатока вообще? До свидания. Отлично. И ты? Ну, это слишком крутая оружка, чтобы... Да, это на знатока. Меч... Тоже на... Блин, нам нужно качать чуваков на знатока. Хорошо, давайте я вот эту штуку куплю. Закупленный предмет можно найти в арсенале, доступном через... Да-да-да, хорошо, спасибо. Давайте посмотрим теперь, как у нашего продавца фильтровать-то. Ну, то есть я ему поставил фильтр броня-одежда и поставил фильтр на кандидата. Но почему-то у него в продаже все вещи. Это на новичка... Ой, а это просто шляпа. Половинка отрежущего. Вот, вот это, кстати, неплохая пушка, как по мне, длинная. И не, у нее не очень тяжелая, смотрите, вес меньше половины. Баланс хороший. Может купить, кстати. Давайте попробуем. Вместо какого-то прута или что-то такое. Стоит не очень дорого. Она же у нас на кандидата, отлично. Сапожки тоже на кандидата. Можно прикупить. Что у нас тут с курточкой? Куртка. Она, в принципе, без ранга, да? Она добавляет чуть-чуть неудобства, добавляет хорошее пак. Давайте я курточку вот эту прикуплю. Вы мне просто уже сколько серии? 2-3 говорите, закупи шмотки, закупи шмотки. Вот я сейчас пытаюсь этим заняться. Дублет. Ну, не знаю. Вот на кандидата, кстати, гамбизончик есть. Минутку, он дает один, половина-половина. А курточка у нас дает. Да нет, но курточка у нас-то по сути получше, чем у нее покрытие, по-моему. Нет, покрытие тут получше. Погодите, я сейчас возьму вот эти вещи. Все это приодену. Подшлемник на новичка. Да, подшлемники, к сожалению, идут только на новичка. Это вот, это печально. Хорошо. Кого мы приоденем? Давайте посмотрим, кого мы можем приодеть. У нас кандидаты. Кстати, ну, в общем, я не знаю, если я тут... Ну, я выставил фильтры торговцу, но это почему-то не работает. Я не знаю, почему. Кто в курсе, пожалуйста, я буду с удовольствием читать комментарии к этой серии. Так, хорошо. Ты у нас топорик... Нет, топорик... А где... Куртка, собственно... А, куртка у нас в броне будет. Все, все правильно. Вот у нас тут шматье. Хорошо. Значит, топорик у нас будет топориком. Это отдельная тактика. Я... Так, шапку только выложу сюда. А у меня есть подбитое пальто. А оно... Откуда? Стоп, откуда у меня... Я его когда-то покупал уже? Так, хорошо. У меня, по сути, сейчас три... Так, у тебя посох? Посох, да, посох я оставлю, это хорошая пушка. Есть 33-й. А это у нас оружие на кандидата. А почему у тебя ранг не...
я что-то не понимаю в этой жизни. Я же этому чуваку выставлял кандидата, нет? Так, на тебе вот эту штуковину. Будешь у нас по бронированию немножечко. И, может быть, вместо вот этой булавы... Ну-ка, далее. Ты... А у тебя вилы. И у тебя есть собственные дублеты, сапожки. Все, хорошо, я понял. Значит, мы возвращаемся сюда. У тебя булава. С булавой, в принципе, мы ходили, оно, в принципе, было норм. Так, посох я ставлю. Хорошо, давайте тогда сделаем такую штуку. На топорика оденем куртку. И топорику дадим вот эту штуку попробовать. Длинное, не очень тяжелое оружие. Посмотрим, как это все будет. Нет, куртку-то это. Это такая полукоса. Не знаю, топорик пока уберем сюда. Коса у нас это тоже идет исключительно на кандидата. Хорошо, значит, вот эти двое чуваков с косой. Кто у нас? 88-й получается и 55-й как раз может ходить куда угодно. 88-й и 33-й не могут ходить новичка. Все. Блин, на самом деле все это немножечко затягивается. Пойдемте подеремся немного, а то серия идет, а мы только один бой прошли. Зачистку на неумехах. Схватка. Схватка на кандидате. Давайте, может быть... Блин, у меня чуваки не до конца восстановились. Двое на двое на неумехах. Кто у нас там был с посохом-то? Блин, я уже запутался. Нет, 55-й у нас был с посохом. Значит, пойдет 55-й. Отойди сюда. Вот, да, пойдемте двое на двое. Помашемся немножечко. Ох, вот это я сам сейчас пропустил. На тебе, по репе. Ой, блин, такой хороший удар мог быть. На. Так, одного мы ушатали. А, все, как раз. Пропустил очень неприятный удар, но, в принципе, бой вполне шел в нашу пользу, это было видно. Хорошо. У нас кто-то какие-то травмы получил. Ну, 55-й чуть-чуть получил травмы. Зачистку. На зачистку можно пойти... А он опять на неумехах. Ну, пойдемте опять же на 55-м на зачистку. Просто поэкспериментируем. Я понимаю, нам... Обменялись. Очень неприятно. Блин, она меня убьет. Убила. Ну, не убила, вырубила. Хорошо. На равных оружиях. Мне для него надо что-то, по-моему, прикупить, да? Я не помню. Так, давайте посмотрим магазин еще раз. Говорят, покупай вещи, покупай вещи. Давайте я буду покупать вещи, я не против. Вот, выставлено все, между прочим. Но оружие продолжает появляться, и вещи продолжают появляться. Я, в общем, не знаю тогда, как это работает. Может, я что-то не так делаю. У нас есть пальтишко на кандидата. Ну, не знаю, кстати, такое. Вроде да, а вроде как и нет. Вот есть гамбизон. Один, половинка, а пальто у нас дает... А, меньше импульса держит. А ты? Покрытие хорошее, правда. Согласен. Так, ладно. Жалко, я не под шлемники, ничего не могу сейчас одевать. Голова открытая у всех. Хотя вот эта шапочка... Вот! Шапочка на кандидата, кожаный подшлемник. Давайте я его куплю, он вообще стоит копейки. И также я, наверное, куплю... Бам-бам-бам-бам, что я там хотел? Вот этот гамбизон. А, это жилет. Тоже на кандидата. У меня, по-моему, там один чувак без жилета входит, поэтому... Давайте покупаем. Пойдемте приоденемся. Сегодня у нас такая шмоточная серия. Просто... Не знаю. Так, не ты. Не про тебя сейчас. Ты у нас... А, минуточку, может быть, ранг сбрасывается, потому что я ходил за них... Нет, я не знаю, почему ранг сбрасывается, это за гранью немножечко. Я бы сказал, что потому что я, наверное, ходил на них в эти, в какие-то сражения, которые на неумех, но вот этот вот не был в сражении для неумехи, по-моему.
О, привет. Так, хорошо. Дальше. Вот на тебя нужно вот эту. Да, на тебя нужно курточку фиолетовую, вот этот жилетик. Блин, надо было, наверное, все-таки что-то с рукавами брать. Ну ладно. Вот что есть, то есть. Ну вот, этот был на неумехах, но у него почему-то не сбросилось. У него до сих пор осталось на кандидате. Я не понимаю, почему ранг сбрасывается у людей. Ну, не то, что сбрасывается, перемещается, так скажем. Некоторые вещи для меня загадка. И почему у торговца вот все выставлено? Может, мне как-то это обновить, что ли? Я не знаю. Ну, может, нажать. Нет, ну, это глупо. Вот, кстати, сапожки неплохие на кандидата. Тоже можно будет купить как-нибудь. Ну, не сейчас. Я не знаю. Я хочу, чтобы у меня все-таки хотя бы до новичка кто-то прокачался. А то кандидаты это, конечно, круто, но, блин. Пойдемте, дуэль. Кто у нас там был с этим с Биллом? 33-й? Пойдемте попробуем. Нет, это чувак с булавой. Да ударь ты его. Ого, повалил. Ты офигел? На тебе хедшот булавой. Ну, на самом деле, булава довольно-таки прикольное оружие. Мне вот для этого чувака с булавой, значит, нужен щит, потому что это одноручное оружие. Так, у тебя щиты не продаются? Или... Ладно, сейчас посмотрим. Я бы ему купил какой-нибудь там баклер или что-то такое маленькое. Ну вот, на кандидата. Вес небольшой, импульс держит хороший. Да, давайте купим. Да, хорошо, хорошо, спасибо. Так, иди сюда. Управление. Кто у нас 33-й это был, да? С булавой. Ну-ка. Ну вот, почему у него постоянно сбрасывается? Ну, то есть, это раздражает. Так. У одного чувака постоянно сбрасывается его это... Ладно, на, держи. С этим будешь ходить. Пойдем дальше. Пусть он пока что подлечится, потом на нем сходим. Я хочу с этим, с косой. 88-й это коса, да? Да, все, 88-й это коса. Дуэль новичок. Стоп, новичок. А там кандидаты ж как бы... А кандидатов... А, вот. Уровень кандидат, ранг неумеха. Так на новичке можно... Я не могу на новичке сходить, блин, понятно. Хорошо, пойдемте дуэль на кандидате на 55-м. Да, наверное, давайте так. Вот это... Фух. Я хотел сказать, вот это мне сейчас прилетит, но я отблочил. Оружкой. Мне повезло. Да, сдохни уже. Сдохни. Все. Не, вот этот посох, это, короче, читерская фигня. Серьезно. Если тебе не попадается противник с такой же скоростью, как у тебя, то все. Посох это просто ГГВП. Драка. Пойдемте на драку посмотрим. Во, зачистка на кандидате. Пойдемте, попробуем. На 88-м. Просто как оно будет. Ну, как бы я, скорее всего, проиграю. Мне интересно посмотреть, как эта коса работает. Блин. Да, ну хорош! На. Мне нужно как-то кончиком подзадеть. Да, елки. О! Вот это было неплохо, но я продую. Зря напираю. На, вот это было сейчас хорошо. Ох, почти. Я еще не совсем понимаю размеров этого оружия. О, вот это было хорошо. Блин, оружка хорошая, но я немножечко еще не догоняю, как ей правильно пользоваться. Меня так покалечили неприятно. О!
Нужно... Ай-яй-яй-яй! Это я не успел отступить. Вы, ребят, говорите... Я путаю направление, да? Есть такое... На тебе. Да! На тебе! Сдохни. Блин, все равно половину красного урона мне нанес. Ладно. Советуют мне с центровкой камеры поиграть. Попробую. Блин, со щитом! Против щита я сейчас продую. Ай, блин. О! Надо разрывать дистанцию постоянно. Ай-яй-яй! На. В плечо тебе. Ох, хорошо. Ну, блин, я просто уже на краю. У меня, смотрите, сколько хпшки. Я сейчас даже опасаюсь, что мне могут персонажа убить. Ох! Блин, нужно было нападать ему, пока он еще... О, хорошо. Четверых слили! Пожалуйста, выиграй последний бой. Пусть мне повезет. Фиг мне повезет с соперником. У него тоже длинное оружие. Ёлки! Да! Фух. Вот это было сейчас круто. Вот это сейчас было просто круто. Чувака, конечно, покалечили в задницу, но такой бой вытащить, это просто сейчас было как бы... Так, ты у нас сейчас пойдешь в драку, но драка, скорее всего, у тебя будет на кулаках, потому что у тебя оружка не подходит. А, нет, ты у нас с посохом. Блин, как хорошо, что я тебя выбрал. Сейчас я подожду, они друг друга поместят немножечко. Что у нас там? Топорик. Топорик, кстати, опасная штука. Я уже по себе испытал. Вон, смотрите, смотрите, какой хедшот она ему прописала сейчас. Или он. Это он, скорее всего. Вот. Топорик, это опасно. Там такое мясо происходит. Сейчас топорик всех помирит, смотрите. Там три чувака в клинче стояли. Сейчас подошел топорик. А, нет, его убили. А, нет, не убили, прикиньте. Он уже сколько? Два человека убил? Давай в репу ему. Он опасный. Горчичный дядька. Горчичного дядьку убили. Все, до свидания. Я тут вообще ничего не сделал. Просто парочка тупых ударов в корпус и все. Это было чисто добивание. Так, что у тебя еще есть? Мне бы какой-нибудь... О, фильтр сработал, серьезно? А почему так? Ну ладно. Спустя каких-то 23 минуты геймплея сработал фильтр. Так, ладно. Мне нужно, наверное, еще две шляпы. Так, а ты у нас... А ты у нас на кандидата полторушка режущего, полторушка колющего. Один режущий, один колющий. То есть шляпа хорошая у нас одна только. Угу. Ладно. Теперь. У-у-у. Ну и все пока что. Мне кроме шляпы тут вроде пока ничего не надо. То есть, ну штаны надо было, кстати, посмотреть получше, которые... Ну ладно. Потом гляну. А, далее. Видите, этого тоже на неумеху сбросили. А это опять же он, да. Я не знаю, почему так происходит, ну ладно. А, ты у нас будешь это в шляпке ходить теперь. На, поздравляю. Теперь ты танкист. Ладно. Персонализация персонажей прошла успешно. Так, пойдемте зачистка на кандидате. А кем я могу пойти? А давайте я на 33-м пойду, у которого щит и булава. Посмотрим, как это работает. Потому что коса у нас затащила. Ну, этот бил.
О, достал. Достал по затылочку. А щит выставить ты не хочешь? Да блин! На! На! У нее просто такая же пушка, как у меня. Ах ты ж ё! Да, этим оружием я гораздо хуже владею, согласен. У меня еще умения на щиты нету, к сожалению. Ну, если я ее замочу, у меня еще будут шансы. Если не замочу, то все. Ну, это логично. Блин, вот это тягомотный бой. Есть, получилось. Потому что красного урона нанесли не так много, и, возможно, я еще смогу затащить. Я от щита рассчитывал больше чуть-чуть получить. Ай-яй-яй! Вот это я глупо так пропустил-то! Блин. На. Я упал! Нет! Так, ну допустим. На, центровку. Да блин, ну центровка это неудобно, честно я вам скажу. Ну лично мне, по крайней мере. Я знаю, что многим это затаскивает. Мне не зашло, потому что она не автоматическая. Это каждый раз нужно на эту кнопочку поднажимать. Ай! Меня убьют. Не из-за центровки, конечно, но меня убьют. Меня убьют просто потому, что я рачела сейчас. Не знаю, да, с булавой немножечко сложнее. Оружие достаточно быстрое, но специфическое. Ну, это, походу, как молотки и всякое такое. Этим я чуть хуже управляюсь. Так, сапожки у нас подвезли неплохие на кандидатов. Сапожки я возьму, пожалуй. И те, и те. Да, торг. Пойдемте переоденемся. Управление. Хоть как-то, хоть где-то будем... Ты соскочил, как обычно? Да, конечно, соскочил на неумеху. Вообще без проблем. Так, одежечка. На тебе эти 1-1. Эти 1-1. Так что разницы никакой нету. Чисто в стиле разница. Они высокие такие, крутые, классно, здорово. Далее, ты у нас на новичке, у тебя только шапка на кандидате, да? Да, поэтому его мы оставим, дадим сапожки тебе еще. Да, таким образом. Суперски, тебе еще шляпы не хватает какой-нибудь хорошей. Ну, блин, у нас два чувака в глубоком ауте, нам сейчас придется как-то выкручиваться. Хорошо, у нас есть 55-й, это который посох, и на посохе можно сходить... на вызов я не могу сходить. На дуэль могу сходить по-быстренькому, кого-то попробовать прибить. Фиг. У человека... У нее такое же оружие, как у меня. Тут просто фишка была в том, кто кого быстрее начнет избивать. Получилось, что я начал быстрее, потом и выиграл. Она вполне могла сейчас выиграть это. То есть, ну, тут вообще без вопросов. Ну, третьи сапожки появились и шлемчик. Ну, шлемчики, я хочу тот на полтора, который. Сапожки. Не, погодите. Этот на... Вон, на неумехах он вроде и так неплохо справляется. Пойдемте в драку на кандидате неумехи. Вот с тобой. Мне пока что нравится, что его посох подходит под описание под неумехи. Всякое такое, что я не появляюсь в бою на кулаках. Что, в общем-то, уже неплохо. Поэтому я пока его подержу в том виде, в котором он есть. Видите, он без жилетки. Потому что жилетка тоже идет только на кандидата. С кандидатом творится вообще какая-то фигня, потому что бои на неумеху, бах, потом на новичка. Ну, хотя это рандом тоже, но все-таки... Вот, насчет ранга и всякое такое, я так понимаю, что там есть... смотрят на чувака, какого он ранга, и смотрят на оружие и вещи, какого ранга. Поэтому, например, могут пустить чувака, но могут не пустить его пушки. Или его одежку, или еще что-то. Давайте.
Да хорош! Я говорю, с посохом просто кто кого начнет первым избивать. Смотрите, пол хпшки сняла вообще не задумываясь. Раз, два, три, тремя ударами. Нормально. Так, что у тебя? А, теперь, наверное, я уберу вот этот вот фильтр. Нет, не на кандидата. Я уберу фильтр на броню, потому что я хочу посмотреть, какое оружие мне еще на кандидата дадут. Закрываем. Ждем, пока у него обновится все. Вот, дуэль на кандидате. Зачистка на кандидате. А, пойдемте. Ой, пропустил. Все, нормально. С посохом новичковым еще можно выходить на кандидата. И вполне неплохо выходит. Э! А такой, кстати, соперник у меня был. Это опасно. На. Попробуем не дать ему замахнуться. То есть во время его замаха я стараюсь... Ай, блин, вот это было сейчас больно. Ну все, он меня убил, скорее всего. Да. Да. Я хотел сказать, во время его замаха я пытаюсь входить в клинч, чтобы он не замахнулся, и он меня достал ударом сверху. Это была моя ошибка, согласен. Согласен. Так. Пу-пу-пу. А, у нас есть еще такая штука, как кинжал. На кандидата. И смотрите, у него хороший режущий, проникающий, можно классно затыкать. Давайте мы, наверное, возьмем... Слушайте, я хочу его купить. А, он дорого стоит. Он точно кандидата, да, он точно кандидата. Торгуемся. Я хочу его купить сейчас и вместо булавы поставить, попробовать. Ой, у нас в 55-м этот пришел уровень. Так. Ты... Не ты. Нет, ты у нас остаешься с Биллом. 55-й, давайте мы тебе уровень качаем. Блин, у меня все три чувака просто в хлам. Вот это вот качаем. Теперь далее... Вот ты, да. Попробуем тебе дать ножик вместо булавы. Булава хорошая вещь, я ее пару раз уже побеждал. Хорошая тема, согласен. Но я ее пока не прочувствовал. Попробуем пока что с ножиком походить. Блин, сейчас он восстановится. Может сходить парочку, в парочку кулачных боев. Драка. Можно в драку на неумеху сходить. Вот на тебе. А ты у нас с кулаками Блин, он с кулаками полезет. Пришлось в мясо лезть. Ну... Чувак с молотком очень медленный для меня сейчас, поэтому он был не очень... Нет! А я жму, штыш! Блин, меня в драке завалили, вы серьезно? Ну потому что я вышел... Мне уже нельзя выходить на неумеха, потому что у меня все пушки, кроме посоха, блин, на кандидате. Ёппарасете! Зачистка на кандидате. На ком можно пойти? Давайте на 88 попробуем. У меня он еще не до конца восстановился, это очень жаль. Знаете что, давайте дуэль. Дуэль. На кандидата. Вот это вот. И отправим нашего бойца. Пусть мои немножко восстановятся хотя бы. Чувака с вилами отправим. Что-то он у нас сидит, отдыхает. Мы ему платим деньги, он сидит, отдыхает. Давай. Да ну блин! Как ты такой удар-то... Ну, я тоже такие удары пропускаю. Ох, вот это хорошо, красава. Реабилитировался. Вилами в лицо просто... Ай. Ай. Он тебя убьет вообще-то. Ну, пырни его. Не бойся ножа, а бойся ложки, блин. Один удар и нет пол... Нормально, он тебя убил, ну как? Блин, у него же там жизни копейки, скорее всего, оставались. Черт, это было сейчас обидно. Ай, наемник просрал. Хорошо. Хорошо, все, спокойно. Пойдемте...
А, смотрите, у меня 55-й-то новичком стал. У меня первый новичок в команде, крутяк. А, пойдемте сюда. Блин, мы еще половину ХП сделали. Дуэль. Да, давайте, давайте. Я дофига денег на самом деле потратил. О! У нее вилла, если что. Это опасно! Я же говорил, это опасно! Ёлки! Ты чё? Ты чё делаешь? Нет! На, сдохни! Фух, вы это видели? Наотмашь и потом махнул, еще и тыкнула в меня этой фигней. ЮПРСТ, это было сейчас опасно. О, вилы! А вилы у нас... Че, вилы, да это кандидат? Точно, он же наемник с вилами. Блин, вилы классное оружие. И посох тоже классный. Нет, вилы я пока покупать не буду. Кувалду я тоже брать не буду. Пока ничего. У меня появился новичок, но у меня все люди калеки, блин. И гляньте, ни одного кулачного боя, только на знатоке кулачный бой. Схватка. Схватка это 2 на 2. Ну да. И у меня одни калеки. А, схватка это 3 на 2. Зачистка, схватка, дуэль. Дуэль на новичке есть. Вы офигели. Дуэль на новичке. Он у меня не до конца восстановился. Блин, вот это сейчас печально. И у него еще и посох. Ой, все. Ну, короче, мне хана, по-моему. Выпусти меня! Выпусти меня! Тварь, она сдохни. Блин, елки-палки, это сейчас потно было. И вы видите, посох все равно затащил. Просто я ее застанил, забил там на месте, и все. И, до свидания. А, на неумеху можно пойти... О, он есть кулачный бой, неумеха. Есть зачистка на неумехе. Давайте я схожу туда на кулаках. Ай! Все, до свидания, минус один. Знаете, эта тактика в прошлый раз показала себя довольно неплохо. Если она меня сейчас сверху рубить не будет. До свидания. Четыре удара. Следующий. Блин. Да, у... Ну, блин. Против посоха. Я ничего не сделаю. Это имбовое оружие. Да елки-палки. Нет, знаете, если бы не было посоха, все было бы гораздо лучше. Серьезно, посох здесь какая-то абсолютнейшая имба. То есть, что у меня, что у этих ребят. Пойдемте на... Пойдемте в кулачный бой. Просто подлечить надо людей немного. Блин! Я думал, будет Flawless Victory, а меня все равно ударили разочек. Черт, это было неприятно. Не, знаешь, когда тебя бьют весь бой, то в принципе ладно. А когда ты весь бой кого-то избиваешь, и тебя под конец один разочек чуть-чуть такие бахи ударили, и ты такой, а, черт, что у вас? На неумехах вдвоем пойдем. Мы оба кулачники сейчас, получается, будем. И против меня посох, ну конечно. Да ну смотри! Просто уничтожил! Офигеть! Но он ножа убьет. Его... Ну вот, я же говорил, ножа он убьет. А вот этого он не убьет, у него мало жизни осталось. Бам, все, да. Блин, посох просто разносит.
Это было печально сейчас. Кулачный. Пойдемте еще раз в кулачный сходим. Я говорю, просто подлечиться. Денег мы с этого боя не делаем. Да, в принципе, и особо-то и не теряем. На. По затылку тебе. Вот, просто чтобы персонажи восстановились. Потому что вроде как в кулачных боях, говорят, нельзя получить красный урон. У-у-у! Здравствуйте! Колющий! Блин, оно тяжелое, да? Оно тяжелое. А ты у нас... А ты у нас серп. Режущий, колющий. Баланс очень хороший. Ай, с серпом тоже была такая тема. Меня люди мочили. Может взять, кстати. Дубина, вот это выглядит очень соблазнительно, но я бы, пожалуй, ее не брал. Я хочу попробовать тем ножиком подраться. Сейчас посмотрим, насколько чувак восстановился. Кто это у нас там был вообще? Вроде как 88-й. Что у нас есть? Драка на кандидате. Драка, кулачный, кулачный, двое на двое, кандидат-новичок. Пойдемте сюда. Нет, это опять, я не того чувака выбираю, этот у нас с косой. Ну, хотя, по сути, эта штука называется бил, но, как мне кажется, во многих других играх подобная вещь называется Warsight, боевая коса. О-хо-хо! Этот удар предназначался не мне! На, слейся. На. А чё вы вдвоем на меня-то? На тебе по горбу. Ай-яй-яй! Ну, зачем ты мне столько... красного урона-то вливаешь? Офигеть! Причем я сам так глупо подставился. Я отходил. Если бы я не отошел, она бы мне обухом по плечу попала. Я отошел, и она мне прям лезвием по голове. Как неприятно-то. Хорошо, хоть не убил. Нафиг. Так, по сути, 33-й у нас сейчас. Где у нас? Кандидат, кандидат. Драка кандидата. А, неумеха, неумеха. Ну а... Вызов, неумеха. 55-й. Да хорош! На тебе. По репе. На, неплохо. Хорошо, хорошо. Все, вот это было удачно. Я все хочу подраться с чуваком с ножиком и щитом, но у меня как-то... Зачистка, кандидат, кандидат. Вот, на 33-м. Это чувак с ножиком и щитом. Пойдемте попробуем. Ай. На. Это та тактика, которую я вам хотел, говорил, что я хотел попробовать еще, когда я играл в игру, когда я ходил со щитом и с ножом. И тактика была затыкивать. Блин, у нее такой же нож, как у меня. Такой же сет! На. Тактика была держать щит и ножиком на короткой дистанции вплотную затыкивать людей. Неудобно то, что приходится постоянно альт держать. Да я становлюсь из-за этого менее подвижным. Посмотрим, насколько это рабочее. Ох! Ну, понятно. Не убило? Фух, вроде не убило. Не знаю, из-за того, что приходится держать альт, немножечко неудобно. Ну, и опять же, первого чувака мы затыкали хорошо, как только мы наткнулись на чувака со щитом, у нас начались проблемы. Ха-ха, он живой до сих пор. Дуэль на неумехах, пойдемте. С кулаками просто затычу чувака.
А, он у нас с посохом. Все, никаких кулаков. Кулаки отменяются. Проблема то, что он тоже с посохом был. Видите? Ну, flawless victory. Я так хотел это сегодня сказать. Один раз мне это испортили. В этот раз получилось. Получается, у нас сейчас только один человек, который способен на неумехах ходить с оружием. Ха. Стоп, а если я отдам... О, погодите. У меня же есть неумеховое оружие, правильно? Стоп, 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 я что-то туплю. Давайте-ка сюда. Вы же мне сказали, что они сами будут подбирать себе шмотки по уровню. Значит так, ты, иди сюда, у тебя бил. И тебе мы отдадим еще и ножик. То есть, я так понимаю, что если ты не сможешь взять бил, ты возьмешь ножик, так? Так, хорошо. Ты, у нас и так с этим оружием у тебя все хорошо. Ты с кинжальчиком, и отдадим мы тебе арматурину. Надо тебе, значит, посох купить, потому что с арматуриной я ходить не хочу. Давай посмотрим. Давай посмотрим. А, может еще один бил тебе купить, кстати. Ну так, по-хорошему, он не так дорого стоит. Есть мачете на кандидат. Давайте я мачете куплю, это интересно. Это как бы тоже не самое длинное оружие, но... Да, да, давайте. Торг. Отдадим сейчас этому чуваку мачетку. А... Блин, это было сейчас тупо. Я купил... Ладно. Я купил... В принципе, фишка была купить что-то для новичка. А я опять купил оружку на кандидата. Ну, ну круто. Ну да, да. Ну я молодец. Не, на кандидата купил. Хорошо. Давай попробуем вот таким вот образом. Так, арматурину. Ладно, пофиг, пусть она у тебя будет. Кинжал. Блин, у него... Он очень хорошая пушка, но... Ладно, пусть оба у тебя пока что побудут. Ты все равно будешь восстанавливаться. Походишь с мачетой. Нет, на самом деле я не гоню на кинжал. Кинжал хорошая тема. Просто им нужно уметь пользоваться. И вот эта тактика, когда ты тыкаешь, стоишь и тыкаешь впритык, тоже, в принципе, норм. Так, схватка на этом. А, схватка это на 3, точно. Зачистка на кандидате. На 55-м. Да пофиг, пойдемте. Блин, по почкам словил. Все, нормально. От первого быстро отделались. Вилы. Вилы это проблема. Вилы это очень опасное оружие. Вилы это, блин, они еще и блокируют хорошо. И если попадут острием, то это будет проблема. Ну хотя ладно, этого тоже вроде упаковали неплохо. Бил. Ну и все. По-моему, вот моя ГГшечка. Да. Если быстро не завалю... Да, все. Хотя я хорошенько тоже потрепал. Я думаю, что у нее немного жизни осталось. Ну, все шло слишком хорошо. Короче, да. Любое легкое, длинное, острое оружие, это опасность. Так, ладно. Дуэль на кандидате, и пойдем мы на 88-м. Это у нас... Офига ли у тебя ничего нет? Я же на кандидате пошел, офига ли у тебя ничего нет? Это потому что я тебя не переставил, что ли? На, до свидания. Я вот этого на секунду не понял. Оно каждый раз у меня будет сбиваться, и мне каждый раз нужно переставлять? Это вы имеете в виду? 88-й. Да, я пошел на нем, но у него не было пушек, потому что он почему-то у меня постоянно сбивается на новичка каким-то, блин, образом. Чё за фигня? Ну вот, тут все нормально, тут все кандидаты, все хорошо.
А, да, кстати, чувака на этом, на новичке надо будет, наверное, выставить на новичка. Хм, это было бы логично. Драка, схватка на кандидате. Схватку я не могу пройти. Драку? Вот в драку полезли. Нормально. Ну вот, он теперь одет, и у него все хорошо. Я вот этой фишки не понимаю, почему оно слетает именно на этом чуваке. О, хорошо попало. Давайте, давайте, калечьте друг друга. Отрезайте куски. Оп, я тебе помог. Ай-яй-яй, повернись к нему. А теперь убей его, вот так все. Не все? Фига себе ты живучий. Тебе билом в лицо прилетело, ты живой? Офига! О, хорошо, вилами в бок. На. Ах ты ж, ё! Офигеть, если бы я это сейчас еще и продул, было бы просто фиаско. Нет, вилы это чертовски опасная вещь. Идите нафиг. Вилы это просто что-то. Так, новичок, новичок, кандидат, кулачный. Два кулачных боя, схватка на кандидате. У меня есть драка на новичке, кстати. Ой, на неумехе. Почему я на неумеху стандартно называю новичком? Короче, ладно. Есть схватка, схватка, кулачный. Пойдемте кулачный бой. Что нам мешает-то? На. С прилетом. Давай. Да не, не-не-не. На. Мне показалось, или она сейчас за нос держалась? Это было бы прикольно. Да. Нужно с размаха вот так по корпусу хорошенько так прошло. В общем, да, с размаха работает тема. Отходишь, потом такой набегаешь на чувака с кулаком вперед, и прям получается хороший удар. Так, ладно. Драка двое на... О, давайте в неумеху двое на двое. Пойдемте немножечко кого-нибудь замесим. На кулаках. Ну ты ее убил? Убил. Я своего чувака никак не добью, а нормально, все. Просто по затылку надо было погладить, сказать, все, чувак, давай, спокойной ночи. Серьезно, вот иногда, не иногда, а частенько кажется, что драка на кулаках. Кулачный бой, новичок неумеха. Пойдем. У меня есть новичок. Офигеть! Уничтожил. Просто. Ладно, согласен. Ну, тут, наверное, не только потому, что чувак лучше играл, еще и мое ракообразие сказалось. Ну что ж, будем знать. Дуэль неумеха. Дуэль. Ну что, я один серебряный заработаю. Мне, в принципе... Ну и все. Ну то есть, один раз он смог вырваться у меня, ударить, и все. Первый раз я его как начал прессовать, я думаю, что я ему снял больше половины жизни. Ну как-то вот так вот это все. На неумехах кулачный бой. Вот, пойдемте на вызов. Да, давайте. Не стой на месте. Это моя ошибка была уже один раз, когда я стоял на месте под топором. У топорика есть вот этот жуткий удар сверху вниз. Размашистые, конечно, тоже, но когда стоишь впритык близко, прилетает сверху вниз и все. На, до свидания.
принципе, топорик вот такой вот, не кухонный топорик, а вот колун, оно не такое опасное оружие, если более-менее знать, как с ним обращаться. Хотя вот меня сегодня этим топориком и вырубали неплохо так. Пойдемте еще раз на вызов. Я проиграл. Нет, ладно. Flawless victory. Ну, просто сегодня меня с посохами все мочат. Если бы я сейчас тоже пропустил бы хотя бы один удар, меня бы просто запинали по КДшке и все. Так, зачистка на кандидате. Зачистка на кандидате. Хочу ли я пойти с посохом? На самом деле, да, хочу. Пойдемте. Блин, ну чувака бил. Нет, это не бил. Это серп. Ай-яй-яй-яй-яй, это я видел уже, что ко мне летит. Я подставился так. Нельзя. Нельзя дать ему нанести много красного урона. Давай на свет, я не вижу нифига. Хорош меня резать! Попал? Попал. На. На, до свидания. Блин, попал, жалко, добавил еще красного. Темно настолько, что я не вижу, с чем ты... Ты с вилами... Я уже ничего не мог сделать, я был в стане, когда сверху эта фигня летела. Блин, вилы это чертовски опасно. Давайте я, может быть, куплю себе вилы, что ли? А вместо кого? Вместо посоха? Кстати, не продаются пока что. Бил хорошая тема. Блин, я так хорошо шел. Драка на новичке. А, у меня новичок как раз в дребезги. Хорошо. Двое на двое на кандидате. Давайте и пойдем мы на вот, вот этом чуваке. Все, поехали. Неплохо. Держись там. А, ты его убил, красава. Нет, нет, нет! На, сдохни. Я этого чувака немножечко подготовил, этот его добил, молодец. И, ну, интересно, сколько наемнику внесли красного урона? Сейчас посмотрим. Вилы? Нет, спасибо. Ну вот, блин, отсюда тоже нельзя эскейпом выйти, жаль. То есть из менюшки прокачки можно выйти эскейпом? Нет. А, его вообще не тронули. Двое на две. Двое на две. Ну, у нас до сих пор кандидат, кстати. Мы им не пользуемся, поэтому он не прокачивается. А это жаль. Кандидат вызов. Давай вот на тебе сходим. Мачете опробуем. Посмотрим, как оно все будет. Мачете медленный. Меня просто уничтожат сейчас. Хотя я чувака тоже неплохо резанул. Блин, он меня убил. Да елки-палки. Я слишком медленный. Я не знаю, это из-за щита или нет, но я слишком медленный. Знаете что? Давайте кое-что попробуем. Погоди, иди сюда. Управление 33-го нас сейчас избили, да? Так, далее. У этого опять все соскочило, мы ему делаем вот так. Хорошо. Так, у тебя палка так и остается, пофиг. Я тебе сделаю вот так вот, наверное. И уберу щит. Попробуем, как ты будешь в такой ситуации без щита, но с кинжалом. Будешь ли ты быстрее? По-моему, потому что щит просто очень сильно замедляет. Есть... Нету. Эскейп, эскейп. Хорошо. Так, на ком и куда? Есть зачистка на кандидате. Блин, за один золотой круто. Пойдемте вот на 88-м. По-моему, еще чуть-чуть жизни не хватает.
Блин. Ах, это мог быть сейчас хороший удар. У меня длинная ружка. Этим надо... Ох, вот это сейчас был хороший удар. Этим надо пользоваться. То есть я как раз подумал, что надо бить на отходе. До свидания. Надо бить на отходе. Этот идеальнейший просто удар лезвием на отходе получился, блин. Чёртовы вилы. Фух, мне повезло. Он меня тыкнул разочек хорошенько, но мне повезло, что я его быстро слил. Мне кажется, это было бы ГГшка, если бы я отпустил бы его. Вот это, кстати, тоже опасно. Чуваки со щитами, я до сих пор не привык к ним толком. Ай-яй-яй-яй, не тыкай меня! Нет-нет-нет-нет-нет, отойди! Блин, как обидно-то! Он меня два раза так смачно тыкнул. Но я теперь, скорее всего, продую, потому что... С такими жизнями, как у меня, не живут. Это нужно играть вообще идеально. А как вы знаете, идеально это не про меня. Я не знаю, это был сейчас просто не бой, а комок нервов. Кувалда. Как не смешно, но вроде против кувалды у меня есть шансы. Нет. Убила! Нет, не убила! Пожалуйста, не убила! Пожалуйста, не убила, не убила, не убила, не убила, не убила. Не убила. Убила. Черт! Ладно, чувак сбил, ему ушел. Блин, это было так близко. Это было так близко. Пойдемте на зачистку сходим под конец. Да ну ладно тебе! Кувалда была медленной. Я ее даже ударил несколько раз очень хорошо. И я мог на самом деле победить. Это был последний, пятый бой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ты чё делаешь? Грёбаный молоток! Сдохни! Я тебя просто изобью. Твари кусок. Блин, опять мало жизни, опять повторяется ситуация. Четыре. Все. Нет, это четыре. А, нет, все, это был пятый, нормально. Под конец просто нужно было как-то отыграться за все то, что... Блин, как обидно-то было вот с этим чуваком. И ладно то, что его убили, фиг с ним, как бы, да, наверное, плохо так говорить. Но то, что так хорошо шли, и самое обидное, ладно бы, если бы она меня просто в начале пятого боя убила бы. Нет, я ее несколько раз так хорошенько коцнул. Просто злость. Ладно. Все, ребятки, такая серия получилась у нас на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда.